И всем привет! И сегодня у нас с вами солянка на честь 550 подписчиков на моем канале. И сегодня мы с вами поиграем в очень экстремальную игру по названием Earn to Die 2. Музычка, конечно, экстремальная. История. Я когда-то играл в эту игру на компе, но тут больше функций. Да уж, помню эту сценку. Открываем двери гаража. Металлические, кажется. Это его бункер, наверное. Читайте внизу. Это мы сказали, чёрт. Теперь ему нужна машина. Только на компе там говорил персонаж по-русски. Гараж. Вот сколько у нас здесь машин. На компе это была самая первая открытая машина. Ну чё, let's go, 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 go. Тут нету педали тормоза, машина без тормозов. Да уж, прикольная игрушка. Называется, повторяю, Earn to Die 2. Скачал её в Play Market. Скоро мне бензик закончится. Замигать. Всё, закончился. В принципе, эту игру легко пройти, но долго ужас. Так, что мы можем купить? Движок только. Чтобы заехать на гору, нам нужен усилительный движок, турбина. Еще немножко скатимся, давай. Тормозов у нас нету и ручничка. Намного больше проехали. Потом что-то купим. День третий. Здесь, кажется, бесконечность дней. Я так думаю. Так. Текс. Давайте передним приводом. Теперь задним. У нас полноприводная машина, как и все здесь. О, давайте движок. Ускоритель. Ну, это понятно. Сейчас наверх, думаю, заедем. Эта кнопка немножко неудобно для меня расположена. Блин, почти. И как я машину к вам не ушатал? Магия, правда? О, дымится. Сглазил. Сейчас взорвется или нет, не знаю, на компе этого не было. Но это все обновление, хотя обновление, кажется, в прошлом году еще было. Точнее, 2 года назад, в 2017 году было обновление этой игры. Ну, игрушка очень старая. Сейчас, может, заедем, а ну? Да! О, да, детка. Вот туннель, метро. Хотя там тоже небезопасно.
Стоп, а почему я в прошлый раз не пользовался ускорителем? Странно. Отлично. Ну что ж, а если вы хотите, чтобы я снимал эту игру на своем канале, тогда пишите в комментариях. И набираем под этим видео 10 лайков. 10 лайков. И пишите в комментарии, если вы хотите, чтобы я сыграл в эту игру. Или просто оставляйте хэштег в комментариях. Хэштег «Играй в Earn to Die 2». Вот это мощь. Он быстро заканчивается, и мы машинку просто расшатали. Еще на один раз. Блин, думал, еще на один раз хватит. Нет, никаких реклам. Поэтому, если вы хотите, чтобы я снимал эту игру, пишите в комментариях, ставьте хэштег «Снимай Earn to Die 2». И набирайте 10 лайков. Или же просто пишите, чтобы я снимал эту игру. Давайте задним приводом все колесом задушим, подавим. Немножко не высыпался. Там уже можно, кстати, думаю, застрять. Наверх, да, уж не заедем. Машинка тяжелая. Ты сейчас где закончится? А что происходит с персонажем после того, как закончивается бензин? Он что, его съедают? Итак, следующая солянка. Ух, думал не заедем. Следующая солянка будет, когда у меня наберется на канале 600 подписчиков. Надеюсь, вам это под силу. Я уже немножко вспомнил, как играть. Да уж, наверх мы не заедем. Сейчас бенз закончится. Да. Так быстро. Ладненько, давайте последний раз. Прокачаем все, что есть. Отлично. Что-то отличное, что я еле-еле заехал. Ну ладно, это впервые. У меня это табличка, надпись. Даже без ускорителя заехал. Уже должен быть прям по моей башке проехаться. Она идеально палку не проломилась. Мой персонаж что, похудал? Совсем капельку дольше проехались. Ладненько, давайте на этом заканчивать. Думайте, если вы хотите, чтобы я начал снимать летсплей по этой игре, то набираем под этим видео 10 лайков, пишем в комментариях хэштег «Снимай Earn to Die 2», или же просто пишите, что вы хотите, чтобы я снимал эту игру. Окей, тогда до новых встреч, пока!